Всем привет, ребят. Ну что, у нас сегодня очередной роллинг. Нафиг эти наушники подключил. На русском сервере без коллекционера. После обновы немножко я задержался. Ну, я обычно с роллингами после обновы долго разбираюсь, потому что в первую очередь обнова и касты. Русский сервер, аккаунт моего подписчика Айнура. Да, ну правильно? Правильно. У нас роллинг. Не знаю, какие герои. Судя по всему, аккаунт, как видите, донатный. Огник на нем есть. Люцифер. Он, наверное, спит. Будем пробовать выбивать сейчас недостающие герои. Надеюсь, у нас все получится. Такс. О, тут нормальных героев надо. Минотавр, то понятно. Дама холода. Свален. Разруха нафиг. Свален. Лянта мы не видим. Свален, королева ос. Обос. И все. Блин. Обос, свален, королева ос. Это жесть. Это просто писец. Дуэлянт. Дуэлянта можно собрать. Нифига, ну русский сервер, как обычно, он ничем не удивляет. Я гляну, еще собери сам. Нифига нету толкового. Ладненько. Ну, фобушка это, в принципе, да, согласен. О, крутайка. Сейчас мы ему акции тут еще понабираем. Сейчас прикиньте, только чьих жетоны? Фиг там. Все как всегда, знаете, это IGG никогда нормально не даст. 500 кристаллов, ну, в принципе, тоже неплохо. Вот мне еще нравится акция «Сбежавшие олени», тоже интересная. Падает, конечно, жестко. Так, окей. Поехали, будем начинать ролить. Находится он в гильдии «Неприкаянные души». На БГ набрал Т0 тогда. Ну, вы поняли. Веселые ребята. Судя по всему, очень мало народа набирает. Точнее, много народа набирает по нулям. Поэтому кидайте заявочки, кто проходит битву гильдий. Вступайте. А мы поехали ролить. Будем пробовать выбивать. Так, ну давай. Могли бы уже каким-то автоматом ставить, сделать эти яйца, блин, реально их копится столько, чтобы можно было автоматом закидывать, не париться. Так, еще я хотел. А, я хотел посмотреть по поводу перка у него. Есть или нет. Бесплаточка. Чик. Блин, нифига себе. Нифига себе, ребята. С первой же тычки за 450 сразу же падает обалденнейший герой, оккультист. Ну, блин, ему он не нужен. У него есть оккультист. Я еще раз пересмотрю. Это, конечно, пустая трата будет. Как обычно, да, оккультист у него есть. Но это реально круто. Поехали. Капитан Дрейк, может нам так всегда вы... Нифига себе. Командорка. Ну, чувство, когда надо ролить не под коллекционера. Призрачный всадник за 150. Бог грома, да что это творится? Призрачный. Хранитель. Инди. Атлант. Еще один призрачный. Не, ну одни имбо-герои просто падают. РТшка. И да. Где Трифит? Где мой фобушка? Паладин. Я понимаю, что паладин после обновления просто мега имбовый. Анубис Валентина. Нифига себе. Но я вам скажу, неплохо
леги падают на аккаунте. Они падают неплохо, но хотелось бы, конечно, лучше. Вон этот фобушка летает. Чей-то фобуша. Так, вышли. Отлично, поехали. Королева змеи, наемный убийца, варлок, триант, ара. Кстати, у нас еще сегодня есть сокровищница вроде. И охранитель. Анубис, да блин, нафига эти анубисы? Они уже, по сути, как и стрелки, никому нафиг не нужны. Раз, два. Нифига. Не знаю, зачем ролить. Вот ребята ролят. Ну да, конечно, фобушка. Возможно, и нужный герой. Но... Свален, королева ус. Я бы, наверное, не ролил. Ну, это я говорю, тот, который никогда не ролит. Когда выходит обнова ради одного героя. Асурик. Фараон. Сноу. Сердцеедка. Рэнк. Дакла. Ия. Королева Гарпи. Да ладно, ну вы что издеваетесь, Дед Мороз. Красный нос. Бочка, хоть бочка выпала нам, ребят. Не, ну это просто жесть какая-то. Чаль. Где там? Где ты? Настолка сокровищница. Ну хоть сокровищница есть. Я надеюсь, она не закончилась сегодня. Отлично. Так, ледяной землерой, как командора Бугимена. Ну хоть посмотрим, что у нас можно в сокровищнице найти. Командора. Писец, сколько у него командор? Две мы выбили. Еще одну отсюда получили. Не увидел, кого мы там получили. Сейчас посмотрим. Что-то у нас там вылетело, я не видел, что яйцо питомца. Интересно, какая сокровищница на руку. Землеройка, нифига себе, пойдет. Ну хоть как-то начали на русском сервере реально падать герои. Так, поехали посмотрим. Мы тут наполучали командора, землеройка, нифига себе мешков, 8 штук десятых, офигеть. Может, мы отсюда соберем ему эту? Да, конечно, но суперсилу вытащили. Это однозначно плюс. Такс. Глянем. Вальс. Какое? Скай этот. Они. С чарками у него тут печаль. Ищем тыковку его. Вообще супер. Это реально в тему. Чарами у него реально беда. Беда, не то слово. Ну вот этот чар нормально, что он чара не пораставляет нормально. Рано учит. Такс. А ну-ка интересно еще глянуть. Не, ну тут с талантами, конечно, надо поиграться именно. Старенькие таланты, я не знаю, то ли не качает, то ли что, то ли редко заходит. Ресурсов, конечно, хватает. Странный аккаунт.
Мы кое-что сделаем, как обычно. Так, ну это такое. Нафиг не всралось. Я зайду в накопление. Блин, на русском вроде и казалось бы крутой этот. Ничего такого интересного, толкового. Реально нет. Ну-ка попробуем такой вариант. Блин, я не помню, правда, кто оттуда, но я попробую. Попытка, ребятушки, не пытка. О, нифига себе, нормально еще плюх дали. 30 мешков. Ну, шанс, как обычно, смотрим, есть у него или нет. Видите, я все-таки нашел 30 штук. Смотрим, ребят, пробуем. Кучу, конечно, мы топовых героев поубивали. Так, скин. Сейчас нахватаем скинов. Так. 5 осколков. Еще 5. Еще 5. А больше, чем 5 будет или нет? 20. Отлично. Но все-таки 30 сумок. Я думаю, с 30 сумок мы должны хоть что-то собрать. Даже по 5 осколков. 20 раз по 5. Уже легче. Что-то печально все идет. Открыть все. 55 и 10. 65. Да, вряд ли нам хватит. Сейчас посмотрим. 160. Ну, поехали. Вот так вот надо собирать героев. Не надо париться. Там, вот просрали мы 50 косамов. Вообще никуда, по сути. Там столько и не надо этих сумок. Хотя, что тут? Ничего больше такого интересного, толкового. Пофиг, лучше 100% собрать, нежели потом жалеть, что не собрали. Так, админ панелька. Тут уже 100% мы соберем. 30, 40, 55. Ну, видите, 30 сумок даже не хватает. Так, заходим сюда. Обменять, отлично. Ну что, поздравляю. Бабушка есть. Даже скин на него есть. Мало того. Нормально еще, кстати, скина дали. Ой, я взял, прокачал, не посмотрел. Ну, я думаю, у него проблем с какашками нет. Так оно и есть. В общем, вот так вот, ребят. Пишите комменты, как обычно, ставьте лайки. Ну, видите, додумались мы, как выкрутиться из ситуации. Так, а где там он у него в алтаре? Ну, я думаю, там уже талант выберет, поставит. Еще и ремочку словили. Вообще огонь. Где Атлантище? Вот так вот. Все, пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Такой вот трешечок. Всем удачи, всем пока.